Новый фильм Дэдли Фабука. По мировому бестселлеру Даниэла Кельмана. «Измеряя мир». Страстный исследователь. Гениальный математик. Общая цель. И все будет в порядке. Новый континент требует тщательного изучения. До самой маленькой мошки. И чтобы ни одного пятнышка не осталось. Но Земля вокруг такая плоская. Вы что? Земля же шар. Будьте разумны. Сложная эта задача — привести все в порядок. Господин Кант, здесь один человек дожидается, чтобы вы его приняли. Я понимаю, что все, просто все... Вот. Щетина. Простите? Слуга купит щетину. И это Иммануил Кант? Альберт Абрам Шух в роли Александра фон Гумбольдта. Флориан Давид Фитц в роли Карла Фридриха Гаусса. Две вещи, которые плохо сочетаются: любить и сохранять разум. Кант, читал Иммануила Канта? Читал. Дорогой чужестранец. Нужно сохранить во что бы то ни стало. Наука. Слишком поздно понял. Вы можете пройти. И многое произошло с тех пор. Кинособытие в 3D. Измеряя мир. И человеческие знания сопряжены с болью.